Вы посмотрите, что творится. Ребята, посмотрите, какая война. Посмотрите, какая толпа зомби реально идет на мой огород, ребята. Посмотрите. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в растения против зомби, дорогие друзья. Ну что ж, погнали. В прошлый раз, дорогие друзья, мы с вами уже дошли очень-таки далеко. Посмотрите, вон там зомбяк уже с акулой, ребятки, стоит. И мы открыли новый пеньфакер, ребят. Он делает горошины, прошедшие через него, становятся огненными шарами. Ну что ж, давайте посмотрим, собственно, что он делает. Так, берем, как всегда, все обычное. Вот это обязательно. И вот это обязательно. И вместо перца, наверное, давайте возьмем все-таки вот такой пень. Ну что ж, поехали, посмотрим, что из этого нам будет, дорогие друзья. Ну что ж, давай, сажаем. Погнали. Так, уровень 3.8, дорогие друзья. То есть уровень 3, или эпизод 3, а уровень 8, ребятки. Что это за звук такой странный-то был? Кто-то что-то бросил, что ли? Скоро пойдут, ребята, зомбики, а это не есть... Пришли. Зомби пришли, ребята. Зомби говорит, что пришли зомби. Это просто означает, что нам срочно, ребятки, надо помощь. А помощь, ребятки, придет, я думаю, совсем уже скоро. Так, возьмем солнышко, ребятки, и попросту давайте его задавим. Этого зомбика нехорошего. Все, ребятки. Так, все, забираем, ребятки, солнышко и ставим по периметру наши подсолнышки, для того, чтобы они вырабатывали солнышки нам. И все, чтобы был, ребятки, порядочек. Так, ребятки, давайте вот этого зомбика как-то уничтожим. А уничтожим мы его, наверное, с помощью тыквы, ребят. Сейчас я вам покажу, как. Мы даже можем поставить, давайте вот тут вот такую штучку поставим, а здесь поставим зомбика вот так вот. Так, отличненько, просто супер. Так, здесь это. Так, давайте. Ага, ребята, посмотрите, вон идет зомбяк. Подождите, 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 давайте вот так вот. Отличненько, отличненько. Так, вот так вот, вот так вот. И, наверное, вот здесь вот поставим. Все, ребята. Теперь у нас по всему периметру есть практически оборона. Так, самое главное, нам солнышки нужны для того, чтобы, ребятки... покупать эту самую оборону. Вот, тут уже два... Ага, вон идут зомби, ребят, видите? Все, ребятки, я увидел, что идут зомбики. Идут по правому флангу, ребятки. Так что надо их срочненько уничтожать. Давайте, наверное, убьем одного. А этого задержим, потому что пока что нет на него времени. Так, этого сюда, ребятки. А мы пока что с вами поставим вот так вот. Отличненько. Все, пока этот хавает, его там убивает, ребятки. Так, отлично, просто супер. Так, супер, 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 супер. Так, ребятки, давайте, наверное, поставим эту утку, потому что... Ой, утку. тыкву, потому что мы не успеем, наверное, убить вот этого зомбика, ребятки. Так что придется нам, наверное, тыквой все-таки его уничтожить. Вот так вот. Так, отличненько. Так, ну что ж, мы можем, ребятки, пень поставить здесь. Ну что там пень, ребята, не сильно мне нравится. Зомби. Или быстро? А, нет, довольно-таки быстро умирают. Довольно-таки быстро зомби умирают, дорогие друзья. Пень таки прикольная штука. Ну что ж, погнали. Погнали, будем пробовать отбиваться, ребятки, от этих зомби ничтожных, которые пытаются, ребятки, захватить мой огород и мой задний двор. Так, ну что ж, отличненько. Что, все, мой пень, ребят, сейчас съедят и все. Или нет, или не успеют. Так, мозги, мозги, ребята, подождите, вот мозги, вот идет этот. Тыква. Так, тыква стоит на всякий случай, ребятки. Отличненько, ребята, все у нас вроде бы в сборе. Давайте ставить по правому периметру новые, ребята, защитные какие-то штуки, потому что сейчас зомби как пойдут, а там тем более с акулой. Я уверен, тот зомби, что с акулой, дорогие друзья, он, наверное, на акуле плывет так быстро, что ему все равно. И та акула, наверное, съедает все на своем пути, дорогие друзья. Да-да-да, ребятки, вы не ослышались. Так, давайте вот это выкопаем, ребятки. Посадим сюда лучше вот так. Вот
Так, отлично, отлично, ребятки. Вон, видите, ребят? А, это дельфин, а не акула. О, ребята, с какой скоростью он плывет, посмотрите. Еще перепрыгнул. Ого, ребята, да что ж ты будешь делать, а? Вот это да. Вот это мне не повезло, дорогие друзья. Это просто капец, ребята, вы видели? Все, ребятки. Надо быстро бомбу, чтобы он не успел съесть моего подсолнуха. Вот это да, ребята, вы видели? Опять, он опять, ребята, надо срочно готовить бомбу против него. Все, ребятки, бомба против него есть. А, он перескакивает, ребята, он перескакивает. Да что ж ты будешь делать, он перескочил. Так, ребятки, хух, вроде бы мы его уничтожили. Так, теперь давайте перейдем, ребятки, к обороне здесь, потому что мы немножко отвлеклись, а оборона-то, ребятки, кто будет обороняться-то? Мне даже надо оборону покупать новую, ребят. Так, солнышки, давайте пополняйтесь быстрее, потому что мне надо покупать вот стрелялки вот такие. Так, отлично. Там зомбики умирают, все супер. Так, отлично, просто супер. Так, здесь мы тоже покупаем такую штучку. Здесь, ребятки, ставим вот такую штучку тоже. Ну все, ребятки, посмотрите, у нас вроде бы все настроено правильно, вроде бы мы готовы к полнометражной, ребятки, атаке, которую, собственно, зомбики производят. Так, отлично, отлично, ребята. Так, давайте орешком немного здесь подзадержим. Так, ну что ж, там у нас стоят два этих, это нормально. Так, 175, еще надо 50, и я куплю еще один огонь, ребят. Все, покупаем еще один огонь и ставим его здесь, ребят. Все, я считаю, это будет просто супер. Так, все, этот зомбик тоже погиб. Приближается большая волна зомби, предупреждают меня, дорогие друзья. Так что давайте, собственно, будем потихонечку как-то... Вон опять, ребята, дельфин этот. Да что ж ты будешь делать, а? Откуда они берутся? Ой-ой-ой-ой, едят, едят. Кого они только не едят, ребята, они напали полностью. Быстрее, бомба, давай, берись. Да что ж такое, где бомба, где солнышко? Так долго, ребята. Бабах, одного только этого убили. Никуда не годится, ребят, никуда, абсолютно. Так, этого под воду пускай затянет, ребята. Здесь пускай орешек будет. Здесь, ребята, мы поставим вот так вот. И поставим, ребятки, вот так вот. Пускай вот так вот два сразу утопятся, дорогие друзья. И этого, я думаю, уже должно уничтожить. Да что ж ты будешь делать? Все, ребятки, отличненько, ребята. Мы с вами прошли уровень, и мы с вами открыли какой-то другой орех, что ли? Или что это такое-то? Это орешек, тот был 50, а это огромный орех, который нельзя перепрыгнуть. О, ребят, этот орех нельзя перепрыгнуть, вы слышали? Вот это прикольно, вот это круто. Это мне уже довольно-таки нравится, ребят. Но все равно, ребятки, мне это не сильно понравилось, дорогие друзья. Так что я буду придерживаться тех старых, ребята, традиций. Собственно, и особо не высовываться. Так что вот это вот все, что у меня сейчас есть, меня вполне, ребятки, устроит. Так, ну что ж, ребятки, погнали. На старт, внимание, сажай. Отличненько, ребятки. Все, давайте будем сажать наши растения. Так, и мы посадили, ребятки, подсолнушек с вами. Так, давайте берем солнышко, садим второй подсолнушек. И настраиваем, ребятки, нашу оборону против этих злых тварей. Так, надо нам как-нибудь правильно с вами сегодня рассчитать все позиции по правому периметру, чтобы был порядок везде по всем фронтам. И чтобы не было у нас задержек. Никаких. Так, здесь давайте поставим бомбу, пускай этот зомбик подорвется, пока мы будем выстраивать нашу оборону-то. Так, отлично, ребятки, все, все супер. Так, осталось два подсолнуха, и у нас левый периметр практически засажен, ребятки, подсолнухами, это просто замечательно. Так, бомба уже готова, бомба замедленного действия, дорогие друзья, уже запущена. Так что нам остается только ждать, пока зомбик на ней подорвется. Так, вижу второго зомбика, дорогие друзья. Вижу второго зомбика. Вон он идет, дорогие друзья. Давайте его прихлопнем. Все, ребятки, отлично. Так, ну что ж, ребятки, выставляем оборону. Начинаем выставлять оборону, дорогие друзья. Так, здесь мы ставим вот такую штучку. И, наверное, ставим бомбочку. И продолжаем дальше, дорогие друзья, собирать солнышки и ставить оборону, ребятки.
Надо много подсолнухов насажать, ребятки, чтобы было чем обороняться. Тогда будет порядок полный. Так, зомбики идут. Там мы отстреливаем потихонечку. Это просто замечательно. Так, садим здесь зомбика. Ага, здесь зомби, ребят, идет. Давайте поставим бомбу. Я думаю, что она успеет активироваться, пока он дойдет к нам. Так. Ну все, ребятки. Здесь вот так вот и здесь вот так вот. Ну все, я думаю, нам хватит пока что этих солнышек собирать. Так, отличненько. Ну все, ребятки, ставим оборону теперь. Посмотрите, сколько мы подсолнухов уже посадили с вами. И теперь, ребятки, мы занимаемся чисто обороной нашей. Так, оборона, ребятки, у нас уже практически готова, скоро будет. И у нас по всем фронтам стоят пушки, ребята, грохострелы. Посмотрите, как это круто. Разве это не замечательно? Это просто классно, мне кажется. Так, здесь можно поставить бомбу, ребятки. Так, здесь надо увеличивать, ребятки, мощность. Потому что если сейчас дельфины пойдут, ребята, то будет не сильно хорошо. Что дельфин мне не понравился, ребят. Хочу вам сказать, что дельфин мне не понравился. Ага, вон вижу спортсмен, ребята. Спортсмен, давайте его... Ага, он перепрыгнул. Ничего страшного, мы к этому будем готовы. Ага, он пытался перепрыгнуть, а его, ребятки, с другой стороны уничтожили. Вы видели, как прикольно сделано? Но это, конечно же, зачетно. В натуре круто. Ай-яй-яй, не там посадил, ребят, не там посадил. Наверное, сейчас съест, если я не взорву. Да, все отличненько, потому что он бы просто-напросто, ребятки, нас бы взорвал. Так, ребятки, приближается большая волна зомби, предупреждают меня. Но мы продолжаем, ребятки, сажать наши пушки по правому периметру, для того, чтобы по правому периметру убивать всех зомбиков, которые идут на мое, ребятки, болото. Так, ну что, ой, на мое болото, на этот. Ой, ребята, я посадил не то, что надо. Не на мое болото, а на мой дом. Так, отличненько, ребятки. Все просто супер. Так, берем монеточку. Так, здесь садим. Здесь тоже. Отлично, отлично, отлично. Так, ребятки, вижу спортсмен. Спортсмена вижу. Как слышно меня? Прием. Спортсмен. Я думаю, его должен уничтожиться скоро, да? Ребятки, вот берем вишенку, чтобы уничтожить этого. Все, отлично. Мы уничтожили не только его, а и второго его друга, ребятки. Так, ну что ж, ребятки, посмотрите, какая у нас уже идет эта война. Война у нас, ребятки, идет конкретная. Так что, в принципе, не стоит расстраиваться. Все хорошо, дорогие друзья. Посмотрите, сколько у нас, ребята, пушек. Это же замечательно, я считаю. Я считаю, что это просто круто. Так, сюда этого поставим. Давайте сюда этого. Так, сюда мы поставим бомбочку, дорогие друзья. Так. И на нее, наверное, наступит вот этот, что идет с ведром. Если она успеет, ребятки, конечно же, активироваться. Потому что вы можете ее съесть попросту. О, успела, успела, ребята, активироваться. И она просто взорвалась у него во рту, вы видели? Вот это, конечно же, прикольно. Так, там этот зомбик сразу уже умер. Он даже не успел, ребятки, дойти до меня. Его сразу же уничтожили. Так, ну что ж, ребятки, оборона у нас просто супер, я хочу вам сказать. У нас все разбирается, ребятки, и разбивается на раз-два. Так, отличненько. Приближается большая волна зомби, ребятки, предупреждают меня. И я таким образом выставляю немножко орешков, чтобы они мешали им проходить. А вот и машина, ребятки, едет, посмотрите. Надо туда бомбу, ребята, поставить. О, бабах, отлично, ребятки, мы подорвали их. Ай-яй-яй, а что же мы так не подумали, ребята? Я думаю, что эта штука должна их съесть. Все, она затащила под воду их. Отлично, этих нехороших ребят, ребятки, тварей. Так, ну что ж, ребятки, собираем солнышки вот эти. Я уже не успеваю, ребятки, следить за игрой. Я уже не успеваю следить за тем, что происходит на экране, потому что реально скорость очень, ребятки, бешеная просто. И мной пытаются манипулировать эти зомбики. Но я, ребятки, не сдаюсь.
Я, ребяточки, никогда не сдаюсь. И продолжаю, ребятки, сражаться. Так, отлично, дорогие друзья. И я хочу вам сказать, что мы выигрываем. Мы не проигрываем. А это уже, ребятки, много чего значит. Много что значит, ребята. Так, отличненько, отличненько. Так, спортсмены бегут, вижу. Вижу, ставим бомбу. Все, отличненько. 4 штуки я убил сразу же, ребятки, зомбиков. Так, и теперь осталось, наверное, еще поставить орехи, ребята. Для того, чтобы они не смогли пройти через это. Опять дельфин. Ай, я не с той стороны, ребятки, поставил. Ну, ничего. Ого, он перескочил и начал хавать мое добро. Ах, ты такой негодяй. Ты думаешь, ты выиграл? Нет, 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 ты проиграл. Он умер, ребята. Он съел мой горох и отравился, вы видели? Так, ну что ж, ребятки, отлично. Мы все равно выигрываем. Сколько волн не было, посмотрите. Самое главное, правильно выстроить, ребятки, оборону. И тогда будет порядок, я так считаю. Если ты умеешь выстраивать оборону, то тогда не будет никаких проблем. Посмотрите, у нас везде заминировано, у нас везде орехи, у нас везде горохострелы, у нас везде целенькие, ребятки, эти. У нас все, что надо, ребятки. И это мы победим, ребятки, это тоже не проблема, посмотрите. Бабах, все, все мы остановим, ребята. Не стоит паниковать, не стоит паниковать, дорогие друзья, все будет отлично. Все, все, ребята, я даже ему помогу, видите? Все, отличненько, дорогие друзья, просто супер. Не нужно паниковать. Самое главное, ребятки, не паниковать, и тогда будет порядок. Так, ребятки, я думаю, это последние зомби, которые идут на мое болото. Я все-таки думаю, что я все-таки их убью. Потому что они мне уже очень, ребятки, надоели. Мне нужно таким образом выкопать эту штуку и посадить эту. Все, таким образом, я думаю, что я их уничтожу. Все, ребятки, я их убил, и мне пришла какая-то записка. Давайте прочитаем. А в ней написано, дорогие друзья. Здравствуйте. Говорят, что вы хотите устроить вечеринку в бассейне. Это здорово. Мы тоже заглянем. Искренне ваши зомби. Ребята, зомби хотят прийти на мою вечеринку, которую я хочу устроить. Вы представляете себе вообще? Это просто капец. Вы можете вообще себе это представить? Вот это они, конечно, придумали. Это, конечно же, все хорошо. Все замечательно. Но, ребятки, что за вечеринка? Давайте посмотрим. Ребятки, а зомби-то пришли? Это уже немало, ребятки, значит. А что ж, колючки-то не помогают ему? Я не могу понять. Мы же вроде бы колючку поставили. Мозги. Вы слышали, ребят, как он говорит? Мозги. Так, это у нас получается уничтожитель по периметру, я понял. Вот так, в целом, да? Да. Так, так вот, ребятки, поставим оборону, ребятки, со всех краев. Ну что ж, пока, ребятки, все идет гладенько. Поначалу всегда все хорошо, а потом сейчас, небось, навалится на меня, ребят. Потом, небось, навалится на меня кучей. Скажу, давай, 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 давай. Начнут пилить меня. Так, ну что ж, ребятки, пока все идет отлично. Пока и все идет все супер, все просто как надо. Так что нечего бояться, ребят. Так, отлично. Здесь мы поставим орешек большой, который нельзя, ребятки, перепрыгнуть. Здесь тоже. Так, здесь поставим для огня. Так, отлично. Там мы убили зомби, тут убили. Так, тут еще давайте поставим.
так, ребятки. Ну что ж, надо оборону-то выставлять как-то потихонечку надо. Приближается большая волна зомби, ребятки, предупреждают меня. И нужно, собственно, действовать, дорогие друзья. Опять дельфин этот нехороший. Откуда они берутся-то, а? Я думаю, ого, ребята, посмотрите, сколько у меня этих стрелков. Вы видели? Реально круто. Это вообще реально круто просто. Посмотрите, ребята, какая у меня оборона. Ребята, посмотрите, сколько у меня пушек. Вы видите вообще, что происходит? Посмотрите, как я стреляю в этих зомбиков нехороших. Ребята, вот это у меня оборона. Вот это я понимаю. Вот это круто, в действительности. Это первый раз, ребят, так, что мне попросту все нравится. Посмотрите, все просто круто, ребята. Это просто замечательно. Так, там зомби где-то нехорошие. Надо, ребятки, будет что-нибудь сделать с ним. Вон он плывет. Я думаю, что его сейчас убьют сразу, и все, да. Так, собственно, ребятки, и есть. Ого, посмотрите, какая война пошла, ребята. Сейчас зомби будут на этих выкатываться. Видите, вот что же творится-то, ребят, на улице. Просто посмотрите, что творится на улице, ребята. Вот это война, посмотрите. Ого, вот это оборона, ребятки. Так, ребят, я буду собирать денежку, пока есть такая возможность. А потом не будет. Так, ну что ж, ребятки, оборону мы выстроили. То, что надо, ребят. Я считаю, что это просто круто. Это просто замечательно. Так, давайте поставим шипы и там. Так, давайте теперь здесь вот этого. Ого, ребят, вот видите, сколько у нас сил. Ого, ребята. Мы посмотрите, вот это мы с вами оборону выстроили, ребятки. Мы против всех, реально, мы всех уничтожаем сразу же, ребят. Сколько бы у меня было, ребятки. Самое главное, ребята, это тактика и оборона, потому что с помощью нее только можно вывести на новый уровень, ребятки, зомби-атаку и победить эту войну против этих злых зомби, дорогие друзья. Ага, там на машине едет, вижу, ребята. Так, там взорвалось, ребятки. Вижу, война пошла. Так, сейчас перемочим. Отлично, ребятки. Ого, ребята, вот это волна. Ничего себе, зато я денежку пособираю, дорогие друзья. Все, ребятки, так, это денежки много. Так, ребятки, приближается большая волна зомби. Мне говорят, мне предупреждают, что идет очень много зомби ко мне в гости. Последняя волна, ребятки. Мы ее, я не знаю как, но мы ее должны, ребятки, одолеть. Вы посмотрите, что творится. Ребята, посмотрите, какая война. Посмотрите, какая толпа зомби реально идет на мой огород, ребята. Посмотрите. Реально, вот это круто, вот это мне нравится. Все, ребятки, мы отбили эту войну, ребятки, правильную тактику выбрали, дорогие друзья, и выиграли. И открыли какого-то чувачка, который абсолютно, ребятки, ничего не стоит. Ноль солнышек, это круто, бесплатный, что ли? Да, ребята, это водное растение, стреляет спорами. Отлично, ребятки, наконец-то водное растение, которое стреляет спорами. Я так давно ждал, ребятки, ну что ж, опять наступила ночь, дорогие друзья. И наш сосед нам говорит: знаешь, раньше меня называли Человек-туман, потому что я все время был в тумане и прыгал на людей. Эх, вот бы деньги, вот были деньки. Ну что ж, Человек-туман, это, конечно же, хорошо, ребятки. Вон у нас есть туман, есть у нас зомби-мумия какая-то, которая трусится, замерз, наверное, что ли. Так, ну что ж, ребятки, и я вам хочу сказать, ребятки, что продолжать мы будем в следующем эпизоде, дорогие друзья. А с вами был, как всегда, Юра, дорогие друзья, вы были на канале Вечное Детство. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте пальчик вверх, оставьте какой-нибудь комментарий и... Будьте добры, дорогие друзья, ставьте колокольчик, получайте все мои новости. Я вас сильно очень люблю, мои дорогие подписчики. Пока-пока.